Здравствуйте, друзья! Я вас поздравляю с первым летним каталогом Oriflame. Я вас поздравляю с тем, что сегодня я буду говорить только о новинках следующего каталога номер 8. Ну а что самое главное в летнем каталоге? Это новые тренды, это яркие оттенки, это самые незабываемые аксессуары, но обо всем по порядку. И начать я хотела бы презентацию новых новинок, конечно же, с наших новых лаков для ногтей. Стойкий лак для ногтей The One. Отдельно скажу о том, что здесь есть такие самые яркие, необычные тона. Это модная вспышка цветовой палитры. Это самое дерзкое, что можно себе только представить этим летом. Потому что эти лаки и их цветовая палитра, они смотрятся отдельно, но они могут и прекрасно дополнять друг друга. Поэтому попробовать свое настроение вы можете только с лаками, стойкими лаками для ногтей The One. Напомню, что здесь присутствует уникальная технология Expert Gel, которая обеспечивает плотность покрытия, нанесение цвета без сколов, ну и, конечно, широкая кисточка обеспечивает точное покрытие лака по ногтевой пластине. В этом каталоге мы представляем новые коллекции, и одна из них – это коллекция Solar. Напомню, что Solar – это совместное сотрудничество компании Oriflame с одним из самых ярких и креативных домов Нейли Ради, который находится в Париже, и его сотрудники участвуют и работают в 22 странах мира. Именно эта компания Нейли Ради помогает большим крупным компаниям создавать новые стили, показывать новые тренды, смешение культур, смешение Востока и Запада и показывать, насколько это ярко и креативно. Solar – это первое воплощение непосредственно такого совместного сотрудничества. Из чего состоит набор Solar? Это туалетная вода, это гель для душа и это крем для рук и тела. Даже не крем, а просто лосьон, но о каждом продукте по порядку. Ну, отдельно поговорим о туалетной воде. Итак, женская туалетная вода Solar – это настоящий вкус, настоящий микс самых разных и невообразимых составляющих, потому что здесь есть и сочный арбуз, есть и лепестки цветков гибискуса, и, конечно, водные ноты. Ну а если протестировать этот аромат, то скажу, что с этим ароматом вы настоящая богиня лета и солнца в этом сезоне. Ну, отдельно поговорим о геле для душа и скажу о том, что у него тот же красивый цветочный аромат, такой же, как и в туалетной воде. Формула pH сбалансирована, она не содержит мыла, прекрасно очищает, освежает вашу кожу, и это комфортный уход за вашим телом. Ну, а отдельно о лосьоне для рук и тела. В формулу включен пантенол, который обладает и смягчающим, и увлажняющим действием. Ну и достаточно очень легкая текстура крема, которая помогает нам чувствовать себя безумно комфортно в жаркие летние дни. Давайте потестируем. Ну вот, если посмотреть, насколько комфортно используется лосьон для рук и тела коллекции Solar, то вот посмотреть даже на руку, могу сказать, что это столько влаги в этом продукте, это настоящий источник, это настоящий оазис для вашей кожи летом в самые жаркие дни. Ну а какие новости у нас в уходе за кожей? Разрешите вам напомнить, что сегодня современная женщина мечтает иметь многофункциональные у себя продукты. Одним из таких многофункциональных продуктов является новинка в коллекции «Королевский бархат», потому что в нем достаточно много функций. Разглаживающий крем, основа под макияж, увлажняющая и питательная маска. В этом продукте три функции. Хотите использовать как дневной крем? Наносите тонким слоем каждое утро. Мало того, дневной крем будет являться и прекрасной основой для нанесения последующего нанесения макияжа. Хотите восстановить и напитать кожу? Используйте маску, наносите 2-3 раза в неделю плотным слоем на 10-15 минут. Ну а какой ингредиент основной? Конечно же, эликсир черного ириса совместно в дуэте с витамином С, который делает кожу более подтянутой, более отдохнувшей, более свежей. И мало того, этот продукт подходит для всех женщин после 40 лет. Итак, интенсивный, разглаживающий крем-бальзам «Королевский бархат» – это ваше идеальное решение этим летом.
Ну а еще хотела бы сказать, что этим летом кожа требует больше энергии и больше восстановления. Одним из ярких продуктов питания, который дарит коже энергию и восстановление, считается малина. Малина обладает и целебными свойствами, и осветляющими свойствами, и восстановительными. Поэтому эта серия малина будет идеальна в уходе за кожей летом и только в уходе за нормальным типом кожи. Ну а в серию входят средства для умывания, скраб для лица и крем для лица малина. Какие новости в уходе за волосами? Скажу точно, что молодость начинается с ярких, живых и красивых волос. Поэтому трихологи выделяют 5 признаков старения волос. Это сухость, это ломкость, это жесткость, это выпадение и это тусклый цвет наших волос. Как с ними бороться? Есть яркое правильное решение – это антивозрастной уход за волосами коллекции Expert Plus. И в этом уходе у нас есть 3 уникальных продукта. Антивозрастной шампунь, антивозрастной кондиционер и сыворотка, антивозрастная сыворотка уход Expert Plus. Давайте поговорим, что же в ней такое уникальное в этой серии. Уникальность антивозрастной серии по уходу за волосами Expert Plus заключается в том, что она содержит обновляющую систему с протеинами шелка. А протеины шелка очень благотворно воздействуют на волос. Волосяной стержень они обволакивают маленькую, легчайшую, тонкую пленочку, питают волос, отчего волос становится ярким, живым, блестящим и, конечно, здоровым. И вы, соответственно, становитесь молодыми. Мало того, есть участие в потребительских тестах женщин после 40 лет, которые заметили эффект своих волос после использования данной серии. Но отдельно добавлю и скажу несколько слов про сыворотку уход, потому что это несмываемая сыворотка, которая наносится на влажные, очищенные волосы после шампуня и кондиционера. Максимально эффективно восстанавливает наши зрелые волосы и дарит нам с вами молодость. Ну а если говорить о декоративной косметике, то скажу, или даже не скажу, а спрошу вас. Скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь встречали кремовый блеск для губ? Вообще в какой-либо другой компании? Был ли у вас кремовый блеск для губ? Я думаю, что каждая женщина сегодня ответит «нет», но я хочу вас познакомить с сенсацией, потому что впервые в Oriflame у нас появляется кремовый, мультифункциональный 5-в-1 блеск для губ Divan. Сегодня у меня 4 оттенка, вообще их в каталоге представлено 5, но это и равномерное покрытие, и глянцевый блеск, и кремовая ухаживающая формула. Это возможность иметь легкий макияж на ваших губах и подарить настоящий комплимент вашим губам этим летом. Ну и еще один продукт коллекции Divan, появился укрепляющий гель для бровей и ресничек. Отдельно скажу, что это гель, который укрепляет, который нам нужно носить и на реснички, и на брови только в ненакрашенном состоянии. Ну а уникальность геля заключается в технологии Lash Revive, которая содержит и биотин, витамин группы В и пантенол, укрепляющие саму луковичку, максимально комфортно, дарят ухоженный вид, ну и тем самым еще и фиксируют форму. Отдельная уникальность самой кисточки, потому что кисточка, она такая двухуровневая. Специально короткие щетинки рекомендованы для бровей, ну а длинные щетинки рекомендованы для того, чтобы наносить этот укрепляющий гель на ваши реснички. Если вы решили использовать этим летом укрепление, восстановление для ваших бровей и ресничек, воспользуйтесь укрепляющим гелем Divan. Восьмой каталог затрагивает один из самых главных и важных моментов в нашей жизни – это наши детки. 1 июня – Международный день защиты детей. И специально к этому дню, а возможно не специально, но только ради наших мальчиков и девочек, у нас появились серии для мальчиков Ipanema и серия для девочек Флорида. Отдельно скажу, что здесь футболки и солнцезащитного материала, где фактор SPF выше 40. Футболки, в которых можно купаться, они легкие, они солнцезащитные, даже солнцеотталкивающие. А это значит, что нашим детям не грозят солнечные удары и негативное воздействие солнечных лучей. Но я хотела бы, чтобы вы посмотрели, как они хорошо смотрятся на наших детях.
каждом ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать ногами, дрыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Яркие оттенки, и оранж, и фуксия, и коралл, плюс и геометрические линии, и полоски, и перья. Это все, что будет модно этим летом, и самое главное, что это есть коллекция аксессуаров Solar. Здесь у нас представлен вот такой вот красивый шарф, причем даже не столько шарф, его можно использовать и как парео, и как украшение для сумочки, и отдельно вот такой вот клатч. Но давайте посмотрим на клатч более подробно, потому что у него есть отдельно, он открывается вот, и есть с обратной стороны вот два вот таких вот отделения, два замочка, куда можно ложить ценные вещи. Отдельно скажу, что в дополнение к таким ярким аксессуарам хотел бы представить вам коллекцию Colar. И сегодня в течение целого дня я вот так вот перед вами прям хвасталась большими крупными камнями в такой вот имитации золота. Ну и отдельно сегодня у нас есть вот такое вот красивое ожерелье. Ну его бы на моем платье красиво мне было бы видно, и поэтому отдельно скажу, крупные камни, имитация самых дорогих камней, имитация самых дорогих металлов, это очень модно в этом сезоне. И напомню, что шведские женщины всегда любят крупные аксессуары, поэтому не забывайте о том, что это модно и это тренд. Что еще модно в этом сезоне? В этом сезоне самое главное – это защитить себя от солнца. И поэтому соломки, с натуральной соломки шляпка. И вот сегодня я достаю вот такую вот красивую сумку. Это коллекция Monaco, которая дает возможности выглядеть безумно элегантными, настоящими леди. И с натуральными тканями защитить себя от солнечных лучей. Ну а если посмотреть на саму сумочку, то достаточно очень интересный дизайн внутри. Вот, отдельно представлен кошелек, и мы сейчас заглянем поподробнее в наши продукты. Ну, начнем вот с этой косметички, косметичка Monaco, достаточно очень комфортная, материал под кожу, очень мягкая, и если ее раскрыть, то и внутри достаточно очень интересный дизайн, отдельно один кармашек, отдельно второй, знаете, вот такой вот мини-клатч, достаточно комфортно, и очень много интересных вещей может здесь появиться. Ну, а сейчас мы с вами посмотрим, что же есть в этой сумочке. Итак, если посмотреть на сумочку, то в ней есть большой кармашек, отделение для мобильного телефона, отделение на молнии. Вот. И сама сумка у нас на молнии. Ну и самое важное, что безумно стильно смотрится и достаточно очень эффектно. Натуральная соломка, поверьте. Ну, я, конечно же, свои аксессуары сейчас уберу, вот, чтобы они не отвлекали меня от просмотра следующего каталога, потому что здесь сенсационные продукты будут в 9-м каталоге, и еще 30 событий, описанных в нем, которые нельзя пропустить этим летом. Поэтому ждите встречи. С вами была я, как всегда, ваша Надежда Дроздова. Пока!